Всем большой приветик! Это я, Оля из Греции, и вы на моем канале Flower Therapy, цветочная терапия. Сегодня будет видео чуточку другое, и как бы хочу вам показать и кое-что пояснить, так как я тоже не знала, и может многие из вас не знают, о чем идет речь. Вы видите перед собой каудексное растение Стефания. Каудекса у него еще, ну, не сказать, что и нету, ну и не сказать, что есть. Оно еще под землей, но потом оно выйдет над землей. И так что речь идет о каудексных растениях и пахикаульных растениях. Скоро вы узнаете разницу между этими двумя. Нелегко, но можно потихоньку как-то научиться или выучить, в общем, как их различить. Вот. Итак, каудексное растение – это видоизмененная утолщенная часть стебля между корнем и семидольными листьями. Имеет различные формы, как шарообразные, бутылкообразные или столбовидные. Зачем каудексу этих растениях, скажете вы? А потому что они в нем запасают влагу и питательные вещества. Вот всего столько я вам могу сказать. Все остальное, конечно, вы можете вычитать в интернете, в Википедии. Всем она доступна, и можем мы в любой момент зайти и посмотреть информацию, узнать о любом растении. Вот, давайте скажем, какие примерно растения есть каудексные. Ну, такие самые, может, которые вы слышали и видели. Это налина, все вы ее знаете. Диаскорея, у нее такой толстенький, скажем, каудекс интересный, как черепаха, скоро я вам покажу мой. Адениумы все мы любимые. И, наверное, самые красивые каудексные растения. Потому что каудексные растения есть, которые, ну, скажем, ну, все цветут. Просто одни цветут очень красиво, как адениумы, а другие цветут такими незаметными мелкими цветочками. Но цветут все. Стефания. Вот это вот стефания. Ятрофа, тоже интересный цветочек. Фикус, каудексные, разные виды очень. И у меня появился недавно. Фокея. И эфорби, каудексные, тоже я вам покажу позже. Ну вот, посмотрели мы на стефанию. Если хотите вы побольше узнать именно об этом растении моем, есть видео, поищите, пожалуйста. Найдете. Это несколько месяцев назад я показывала видео. Это стефания, укорененный черенок. Вот, скажем, вот эти вот черенки вот тут вот, да? Когда вот отрезался на зиму вот эта вот вся вот зеленая часть. Просто укоренили веточку, посадили, и потом она стала нарастать. Каудекс, который находится сейчас под землей. Теперь давайте перейдем в мою новиночку. Недавно ее показывала, приобрела я ее в посылке, которую я заказала с Кипра. Очень маленький головастик. Давайте посмотрим. Вот мой фикус. Посадила я его пока, я еще не показывала его посаженным, вот в такую вот баночку прозрачную. Сделала ей его дренажное отверстие. Не было у меня стаканчика такого маленького. Я посадила в такую вот пластмассовую, такую вот пластиковую баночку. Ну ничего пока. Вот оно какой маленький. Фикус пальмери петиоларис. Такие у него листики, сердечки такие вот будут. И там такие прожилки вроде красненькие. Интересный фикус. Видите, какой он маленький. Вот его каудекс. Корешки у него были сухие. Надеюсь, приживется, будет хорошо. Вот это вот уже вроде как листик. Зачаток листика. Вот такой вот у меня маленький головастик. Но будет красивое и довольно крупное растение, если все будет хорошо. Пойдемте смотреть следующий. Вот такое растение каудексное.
под названием Диаскоре Элефандипес. Вот. Тоже заказ с Кипра у меня был в марте. Чуть-чуть он утолщился. Вот, видите, у него уже трещины такие. Все названия будет на латинском, конечно же, вы уже их видите. Каждое растение, так что заглядывайте, смотрите, знакомьтесь в интернете с этими растениями, посмотрите, какие они будут крупные. Я надеюсь, что у меня когда-то будет крупный вот такой вот. Недавно я его даже пересадила. Хотя, ну, он сейчас, у него масса зеленая, его, ну, вроде и нельзя как пересаживать, но я пересадила в побольше, он был совсем маленьком. Думаю, все хорошо. Не почувствовал вообще. Очень красивое растение. Из таких, знаете, самых-самых популярных каудексных растений, потому что, ну, у него получается такая вот, как сказать, как панцирь черепахи, могу сказать. Ну, что-то удивительное. Самое, наверное, из самых красивых каудексных, что есть. По крайней мере, я так считаю. Вот. Пошлите смотреть следующий. И, конечно же, адениум. Куда без него? Да, и у меня теперь есть адениум с прошлого года. Покупала его вот такой готовый, как вы видите. Ну, чуточку подрос. Живет он у меня на улице. На зиму только он у меня был дома. Я его не пересаживала. У меня был такой вот в горшке, в котором он был куплен. И вот буквально летом, ранним летом, я его только пересадила. И когда я его вытащила с горшка и начала ему освобождать его каудекс, от, ну, корни от старого грунта, Дзак, не мешай. Ну, надо ему понюхать, сейчас он уйдет. Оказалось, что у него нету одной ножки, что у него там пустота с одной стороны. И я его посадила вот так вот чуточку лежа. Видите? Вот тут у него ничего нету. Я ему подставила камушек, и он так вроде бы, знаете, полулежа так лежит. Вот так вот. Розовые цветы я покупала с цветами, так что знаю, что у меня есть. Пока у меня не цвел, но надеюсь, что и это будет. Растение довольно крупное, хорошее. Дзак. Но Дзак тоже хочет попасть. Что нам поделать? Вот такой вот у меня адениум. Надеюсь, у меня будет еще. Есть у меня росточек, который недавно мне прислали. Адениум варьегатный. Он только укореняется. Посмотрим в дальнейшем, какой он будет. Вот. Недавно у нас был дождь. Я его оставила специально под дождем, чтобы он напился дождевой воды. Вот грунт у него мокрый. Хороший. Вроде все хорошо. Вот из каудексных... Пока вот эти, теперь перейдем на каудексные эфорбии. И вот каудексное растение эфорбия. Это у нас Дорстения фуэтида. Приобрела ее только летом. Вот такую, как видите, крупненькое растение. Не попадалось мне нигде маленькое. Я бы купила маленькое, подешевле. Но теперь, конечно же, я не жалею. Оно крупное, оно красивое, вот такое вот, видите, каудекс у него очень красивый, зеленый. Но это на вкус, кому нравится, так? Есть люди, которым вообще эти растения не нравятся, они не находят в них ничего интересного. Мне тоже, может, когда-то даже бы это и не понравилось, хотя мне, я думаю, что мне эти растения нравились всегда, когда мне попадались в каком-то документальном фильме что-то наподобие. Или в каком-то журнале, мне казалось это все такое удивительное, интересное. Ну, не то, что красивое, а как удивительное. А вот, у нас есть цветочки, конечно же. Созревают плоды постоянно. Ой, извиняюсь, не плоды, семена. Вот, собираем семянки. Такое вот удивительное, красивое растение. Из каудексных эфорбий. Так, что у нас есть еще? Ну, вот это можем сказать, что каудексная эфорбия. Так, сейчас давайте посмотрю название, потому что я не запоминаю. Так, это эфорбия джапоника.
Джапоника. Японская, в общем. Так, не знаю, насколько хорошо видно. Я не могу сейчас убрать. Видите, да, он похож на ананасик. Я его так и называю. Ананасик, видите, какой интересный. Когда мне его подарила моя племянница, оно было маленькое. Нет, ну да, поменьше. И детишки у него были мелкие-мелкие, все вот такие вот крохотные, меньше этих. Вот сейчас детишки уже подросли. Оно очень медленно растущее. Видите, вон покрупнее детишка. И вот такое вот интересное растение. Есть форбия вот такая вот, чуть другая форма, ну тоже похожа на ананас, но он покрупнее. И тоже вот такие вот ветки у него напоминают ананас. У меня его, скажем, мини-форма. Очень тоже красивый. И пойдемте дальше. Вот, вот каудексный красавец. Вот она, красавица. Давайте посмотрим ее сверху. Это у нас, сейчас я скажу вам название, Эфорбия стеллата. Вот. Покупала я ее вот таким, как видите. Вот такой вот ствол у нее был. Ну, может, чуточку утолщился. Вот такой в этом же горшке. Конечно, уже меняла ему землю один раз, пересаживала, меняла. Продается он вот с такими вот, продавался, с этими вот листиками, скажем. Они были более, знаете, такие завернутые, такие неровные, маленькие. Потом они росли, были очень длинные. И 3 года назад купила. И в какой-то момент они потихонечку начали отсыхать. И он остался без ничего, только каудекс. Потом весной, это все на зиму произошло, потом весной он потихоньку начал выдавать новенькие. И вот с весны до осени они вот такие вот выросли. Видите, какие красивые. Тоже оно довольно, знаете, такое, многие, наверное, вы видели, довольно часто встречается в коллекциях. Не очень такое редкое каудексное растение. Вот тут, видите, колючки, они между собой друг другу мешают. Ну, очень-очень красивая. Очень, посмотрите. Смотрите, какая красота. И я вот такую вот одну веточку перед тем, как она... Нет, я задела и ее оборвала. И я ее укоренила. И хочу посмотреть эксперимент такой, если она... как у нее образуется каудекс. Если не забуду, покажу. Вот. Вот такой вот красавица. Что еще хочу сказать я? Ну, с каудексными мы закончили. И что я хочу сказать? Каудексные растения надо поливать умеренно. Я, конечно, не эксперт. Я тоже новенькая. Всего вот первый каудексный у меня появился 3 года назад. Поливаю я, в принципе, все форбии и его тоже. Остальные каудексные раз в неделю, как и все суккуленты, как и все кактусы. Бывало, диаскорею я поливала 2 раза в неделю, потому что у нее вянут листики. Каудексные, которые такие лиственные, которые теряют листву, не эти, надо поливать в период, когда начинает у него развиваться вот эта вот именно листва. Дает он вот эти плети, надо поливать, хорошо удобрять. Потом, когда пожелтеет потихонечку зелень, надо уже поливать меньше. И потихоньку они уходят на покой, обрезаем вот эту зеленую часть и практически не поливаем. Вот такой цикл жизни. А весной опять он сам дает, выпускает первые, скажем, первую веточку, и мы понимаем, что уже надо его поливать. И теперь переходим к следующей категории. И вот еще одно каудексное растение. Я, конечно, забыла, и уже стемнело, пришлось снимать и добавлять, вставлять перед тем, как смонтирую видео. Вот это тоже каудексная форбия. Видите, у нее какая вот... Вот тут, где вот эти точки, там были вот такие вот веточки. Они потихоньку отсохли, это было в эту зиму. Старенькие, и нарастила новенькие. Вот.
И так, таким способом утолщается вот этот каудекс, тоже медленно растущий, называется Euphorbia innermis. Вот, очень интересно, когда вот эти вот длинные вырастают, они вырастают очень длинные, такая интересная получается штука, похожа на осьминога, не знаю на что. Очень тоже интересная и довольно это обычная, очень обычная. Я ее приобрела, ну, наверное, лет 5 назад, может и 6, совсем маленькую, в плохом состоянии. Да, это было 2016 год. Да, где-то так. Вот. И вот такая вот красавица. Очень тоже мне она нравится. Еще одно каудексное, которое я забыла. И каудексное считается и вот эта вот эфорбия. Эфорбия обеса. Раз и два у меня. Потому что вот она вот такая, вот нет у нее листиков, это только, скажем, вот такая вот круглая, округлая масса, которая со временем будет расти вверх, какая-то уже не будет круглая, а такая будет колоновидная. Но считается каудексная эфорбия из очень интересных, красивых эфорбий. Для кого-то может показаться что-то необычное, что-то вообще непривлекательное, а я ее очень давно хотела, она дорогая. Вот приобрела я две малышки, и теперь потихонечку, совсем потихонечку они будут расти. И надеюсь, когда-то я ее увижу покрупней, поинтересней. А если попадется по хорошей цене, конечно, я еще приобрету, потому что никакая эйфорбия обеса не может быть одинаковая. Ни у одной из них не получается одинаковый, скажем, узор. Одинаковое количество ребер, там, не знаю что, растет по-разному. Потом вот у нее постепенно вот тут вот снизу будет апоправкование. В общем, одревеснение будет происходить, и будет получаться такое вот интересное, как типа узор. Ну, посмотрите, прогуглите Euphorbia obesa. И увидите, вот такие вот у меня еще, оказывается, каудексные. И теперь категория пахикаульных растениях. Это разновидность каудексных. Имеют непропорционально толстые стволы и ветки, в которых запасают влагу. Вот. И вы видите одно из крупных пахиукальных растений. Это брахихитум. Познакомьтесь, пожалуйста. Кто мои постоянные зрители, подписчики, знают это дерево. Я его не первый раз показываю. Они всегда попадают в кадр. Давайте посмотрим. Смотрите, какие у него ветки. Зеленые, необычные, такие толстые. Видите? И вот такой вот ствол. Это растение мне всегда нравилось. И когда мы приобрели участок, из первых деревьев, что мы купили, это были и брахихитоны. Сперва были посажены три вот сюда вперед. Так, и теперь мы делаем вот тут клумбу и посажены еще два. У этого резные листики вот такие красивые. У этого более простенькие. Цветет он очень красиво, засухоустойчив, потому что он держит в себе влагу, теплолюбив и очень-очень красив. Так, что еще сказать про пахиукаульные растения? Ну, больше я почти ничего не знаю. Знаете, они ничем не болеют, это мои наблюдения. Ну вот ничем. Ну, видимо, в правильном климате они правильно растут и ведут себя. И давайте теперь я вам скажу, какие примерно пахикаульные растения есть. Пахиподиум. Я думала, это каудексная. А вы? Нет. Дарстения. Баобаб. Знаете дерево баобаб африканское? Очень красивое. Тоже очень мне нравится. Тоже очень нравится.
когда-то с детства еще видела в, как его, в документальных фильмах, и очень мне привлекало это растение. Но я не знаю, если оно у нас может расти просто на участке, и если ему не мешают малые такие заморозки. Так, лобелия и вот брахихиту. Ну, я примерно так выписала из Гугла какие-то названия, какую-то информацию, чтобы сделать этот ролик. Давайте посмотрим, какие еще пахикаульные растения есть у меня. Одно из пахикаульных растений – это, конечно же, икросула. Всем нам знакомая обычная красула. Красула овата и не только овата. У меня вот такая. Ей почти 20 лет. Уже, наверное, 19 ей, где-то так. Такая вот крупная, как похож на бонзай. И вот ее ствол, который содержит влагу. Видите, какие красивые. Это одно растение. С одного, скажем, корня вышли две веточки. Это не два растения. Давайте посмотрим хорошо. Заодно посмотрите, вы кто ждали посмотреть на какие-то красулы. Одна из них, вот он, видите, какие красавицы. Ой, вот и обломали. Ничего, с листика падают листики и приживаются вот эти вот, видите? Вот такие вот маленькие, уже вот такие стволики, как мини-деревка. Вот такая вот красота. Не формирую, сама формируется. Давайте посмотрим еще на другие красулы, у которых, скажем, вот такой вот каудекс, похожие на каудексные. Вот красула хоббит. Тоже смотрите, какие у нее толстые ветки. Видите, какая красота? Пахикаульное. Я это слово, конечно, трудно выговариваю и не применяю. Мне легче сказать каудексная, утолщенная. Вот такая вот красотища. И есть, конечно же, еще красулы, которых тоже пахикаульные ветки. Ну вот, скажем, сейчас тут не знаю, насколько видно. Видите, толстый. Но этот не из самых лучших, не самый хороший. Получается у него каудекс, как у вот этого, но тоже получается. Вот красула, синяя птица, видите, тоже толстый какой хороший, полоски, полоски, видите? Вот такие вот примерно пахикаульные растения. Что там у меня еще есть? Сейчас я посмотрю и вам покажу. Вот это растение, которое сейчас мне название не придет в голову, но вы, наверное, увидите. Я уже вставила его название. Тоже можно отнести к пахикаульным, потому что он тоже, с него получается что-то такое. Видите, какой ствол? И он будет утолщаться, если ему обрезать вверх и давать толстеть, скажем, стволу. Вот. Вот такой вот зеленый простой. Сейчас я вам покажу варьегатный. А вот и варьегатная. Это вообще красавица. Что говорить? Смотрите. Смотрите, какая красота. Этому растению очень много лет. Ну, лет 15, наверное. Лет 15. И он тоже замерзал. И восстановлялся чуточку. Видите, какой ствол? Не формирую он сам. Когда покупала, они были прямо стоячие веточки. Потом от тяжести они попадали. Я их не привязывала ничего. Оставила их просто расти, как им охота. И растет. В эту сторону никакая веточка не пошла. Все в эту сторону. Видите, какая красота может вырасти. Пахикаульное. Пахикаульное. Я неправильно все называю.
Так, и пошла найти еще что-то наподобие. Вот такое растение. Это седум. Какой точно вам не могу сказать, но надеюсь найду название и вставлю. Простой седум, который в какой-то момент начал делать вот такие вещи, крестатный. Я отсадила все, что было крестатное, получилось вот такое. Но периодически то растение все равно выдает крестатные ветки, которое, можно сказать, уже переросло вот в такое пахиокальное или каудексное растение. Сейчас я постараюсь развернуть. Так, извиняюсь, все одной рукой делаю. Смотрите. Вот такой вот интересный он. Это не единственный, есть еще, но показываю такой самый интересный. Вот. Так что мы можем сами как-то помочь растениям, чтобы стало что-то наподобие каудексных. Ну, если, конечно, они поддаются. И напоследок, все вы знаете юку. Я думаю, ее тоже можно отнести к категории пахикаульных растений, потому что у нее тоже ствол. Сейчас я не знаю, насколько я смогу показать. Тоже ствол толстеет. Нет, это не самый лучший представитель. Есть у меня и лучше. Сейчас я вам покажу. Вот, я нахожусь сзади растения, пробралась. И тут мы можем увидеть на примере этой юки, тут темновато, какой у него ствол. И чем будет взрослеть, тем будет толстеть. И получается что-то, что нам напоминает каудекс. Вот тут были еще три вот таких ветки, которые были обрезаны. Они просто мешали, были очень близко к дому. Представьте, если бы они остались, какая была красота. Когда-то это были просто мама, скажем, дала детишек. Они все срослись. И посмотрите, ничем не хуже, чем каудексные. Так. Видите, как они срослись? Видите, какое толщение? Вот так вот. Видите, как красота. И возвращаюсь к рассолам. Хочу сказать, что пахиподиум очень довольно обычное растение. Все вы его знаете. У меня оно было, но не выжило, загнило. Хороший представитель пахикаульных растений. Ну, надеюсь, я вам как-то смогла помочь чуточку разобраться тем, кто не знали, и понять, что есть что и какая вообще красота есть в этом мире. И что мы можем еще помочь создать, как бы. Все, на этом я заканчиваю этот ролик. Надеюсь, вам было интересно прогуляться со мной, послушать кое-что, посмотреть. Знаю, что я ошибаюсь, говорю что-то неправильно, извиняюсь. Если что-то я не так сказала, конечно, вы мне всегда можете поправить. Ну, думаю, вы меня уже знаете, такую привыкли, и вам это только вызовет улыбку. И все. Не судите строго, как я вас всегда прошу. И что вам пожелать? Всего хорошего, здоровья, красивых растений. Приобретайте такие вот интересные растения, создавайте сами, помогайте им. Они сами такие, ну, и вы можете им помочь, чтобы стали еще лучше. Пишите, какие есть у вас каудексные или пахикаульные растения. Предлагайте мне, может, какое-то новенькое. Нет, конечно, новеньких очень много, и я хочу каудексных растений. Ну, может, кое-что я еще не знаю, а вы мне посоветуете какое-нибудь интересное, и я буду в поисках приобретения красивого растения. Делитесь в комментариях и не забывайте ставить лайки мне, этому ролику. Все, я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. До свидания.